Городской пляж утыкан табличками с надписью «Купаться запрещено». Но, несмотря на запрет, пермяки все же не брезгуют водными процедурами. И только сейчас, когда столбик термометра не поднимается выше 20 градусов, берег Камы опустел сам собой. Место под солнцем не покидают лишь спасатели. Работы поубавилось, народу на пляже стало посещать меньше. Вот, соответственно, работы спасателям гораздо меньше. Жаркие дни прошли, самый тяжелый период. Ну, сейчас вроде к концу недели снова потепление обещают. А вот Льву Матвеевичу Проскурякову пасмурный день загорать не мешает. Наоборот, в такие моменты можно уединиться и, созерцая водную гладь, сочинять стихи. Сегодня муза не подвела. Ближе к вечеру у Льва Матвеевича родился новый рэп «Серенада курильщику». Курильщик, я восхищаюсь, браво, воспеть тебя большая честь. Суперсолидность – это главное из твоих достоинств, а их не счесть. Поэма требует доработки, признается автор, но по прогнозам жара вернется только на следующей неделе. А значит, в ближайшее время у Льва Матвеевича еще будет возможность поработать над стихами в тишине. Да и спасателям тоже нужно отдыхать.